раз одним из человек, кто играет за шахматный клуб Краснодар. Так, давай попробуем шотландский гамбит снова. Так, конь c3. d6, конь g5, если я. Да. Не так, по-моему, играет. По-моему, не так. Ну ладно, давай сейчас его запутаем. Сейчас мы его немножечко запутаем. Чуть-чуть. Так, он отходит, супер. Тогда слон c4. Вот пускай так и стоит с конь h6. Ферзь b3, может. Ферзь b3. Так, а4, чтобы b5 не было никаких. И мои фигуры все очень хорошо стоят, давят на пешечку f7. Так, напали на пешку. Ну, g3, наверное, надо защитить. Ух ты. Пошли тут мат ставить. Могу защититься так. И на c2. Ту. Или на c1. На c1. Может, на c1 нам идти. Давай на c1 я выйду все-таки. d5. Съел. Даже считать не буду. Съел. Так. Так нельзя. Давай съем. Ел сюда. Конь e4, может? Выбить этого слона. А то мне он слишком сильно не нравится. А что делать с его ферзем? На d4 только? На d4. На f3 g2 нельзя. Тут конь f6 шаг будет. И теряется ферзь. Так что только на d4. А конь b5 есть такой? Опасно. Опасно. Но вроде бы есть. Конь b5, сумасшедший ход. Если он проходит, это просто сумасшедший ход. То есть нету отскока, потому что я съедаю ладью. Ладья b7, интересный ход. Но тогда конь d4, на ладья b3, конь b3. Вроде все нормально. А так сейчас ладья теряется. Ух. Непросто. Ух ты. Прикольно. Съел. Так. Слон висит. Время тикает.